В спортивном комплексе «Родина» провели традиционные ежегодные соревнования для спортсменов-инвалидов, участников клуба «Благо». 50 детей и взрослых определяли сильнейших в меткости и гибкости. Турнир прошел по системе пятиборья, где спортсмены боролись за призовые места в боулинге, толкании мяча в упражнениях на гибкость, чеканке мячика для настольного тенниса и в прыжках в длину. Принимают лица с ограничением в состоянии здоровья участие различных нозологических групп. Это как инвалиды по слуху, зрению, лица с поражением опорно-двигательного аппарата, также лица с интеллектуальными нарушениями. Это скорее социальная адаптация лиц с ограничением в состоянии здоровья. Они все смогут прийти, попробовать себя. Ведь спорт высших достижений, он начинается всегда с малого. Вот с таких небольших спартакиад. По итогам соревнований участников наградили ценными подарками, но главное, благодаря подобным мероприятиям люди имеют возможность пообщаться, получить полноценную реабилитацию в социуме, повысить выносливость и работоспособность. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.